Это вовсе не выдумки, а нарушение энергетического поля человека, приводящее к недугам. Иногда человек испытывает необъяснимую слабость, причину которой врачи установить не могут. А ведь объяснением такого состояния может быть утечка энергии, связанная с чьим-то отрицательным влиянием. Профессор Иван Неумывакин, который на протяжении многих лет занимался вопросами оздоровления человека, был убежден, что сглаз и порча – это не суеверие неграмотных бабушек, а материальный процесс, связанный с потерей энергии. В одной из своих книг Иван Павлович попытался найти научное объяснение подобным явлениям. Энергию забирают не только люди, но картины и книги. Чаще всего, по словам Ивана Неумывакина, наведение сглаза или порчи связано с женщинами, находясь в состоянии раздражения, зависти, ревности и злобы, они вызывают мощные электромагнитные вибрации, которые способны повредить энергетическую оболочку другого человека, в чей адрес направлены негативные эмоции. Через это повреждение и происходит утечка энергии. Человек начинает чувствовать слабость, будто бы он сворачивал горы. На самом же деле, ситуация объясняется таким народным понятием, как сглаз. Поэтому в своем издании «Биоэнергетическая сущность человека» Иван Неумывакин призывает чаще прислушиваться к себе. Ведь наше тело первым реагирует на энергетические пробои, нежели наше сознание. Эти энергетические пробои приводят к различным недугам,